протестирую несколько светодиодных ламп. Это 7 ватт. Теперь стоит... Я выбрал. Вот это было, кажется, 3 ватт. Но... Тут перегорел один светодиодик, я заменил на другой, он не горит. На этом еще поменял конденсатор, который последовательно шел. И поэтому там, который ограничивал токи, теперь он, раньше, кажется, было 3 ватт, а теперь на 1 ватт. Вот. По этому счетчику. Ватт даже показывает. Раньше у меня 1 ватт показывает, немножко сильнее вкрутила 1 ватт, не знаю, как тут видно. Power factor 43, то есть я там еще добавил конденсатор после диодного моста побольше, еще параллельно тому, что там был. Поэтому он верхушку только синуса с ним потребляет. Поэтому такой низкий power factor 43. Было 3 ватт, стало 1 ватт. Я специально поставил конденсатор, чтобы не перегорело, если что уже. Если уж один раз перегорело такое, уже чтобы потом не ремонтировать по 100 раз. Ее мощность уменьшил, чтобы уж точно не перегорело. Значит, как бы доверять нельзя. И поэтому мощность уменьшил. Вот теперь проверяю 7 ватт. Вот 7 ватта потребляет 6,1 ватт. Вот это Valoya Classic 7 ватт. Светодиодная лампа пишет, что горит как 40 ватт. Накаливание 490 люмен. Самая лучшая лампа, так, когда примерно на 1 ватт 10 люменов. Например, если 6 ватт, так должно быть 600 люменов. Если 1 ватт должно быть 10 люменов. Ой, то есть 100 раз 1 ватт 100 люменов. Если 1 ватт 100 люменов. Так примерно. Я еще помню, вот 6,2 ватта, 6,3 уже потребляет. Немножко растет потребление. Вот power factor увеличивается 6,4. 6,5, но это, видимо, там дроссель или схема разогревается. Вот уже. 6,4. Может, тут еще на проводах теряется. 6,3. Почему-то уже падает. Может, розетка напряжение прыгает. Или я тут лампу подергал, как-то контакт поменялся. 6,2 ватта. 6,3 опять поднимается. 6,6. 6,5. 4. Я где-то 7 лет назад покупал лампу 1,3 ватта. Там, кажется, было 50... Ну, не помню, кажется, 50 люменов тогда. И то там считалось достаточно много этих люменов. Некоторые старые вообще очень мало их имели. И раньше нас... Стоило дороже этой лампы 7 ватт. Там 1,3 ватта было. И если на евро теперь перевести там... Это 13-14 евро стоило. А теперь вот такая стоит. Где-то 5 евро можно и за меньшие 4, и за 2 где-то купить евро.
Вот 5,8 уже вот потреблял, 5,9. Power Factor 51. Вот 6,1. В общем, не дотягивает несколько. Может напряжение. А, нужно было напряжение. Если 30 вольт, вообще-то нормально. Может, она на 240 рассчитана. 240 может будет потреблять. Ну, это, вероятно, там так схема примерно сделана, и там так точно они ничего не могут сделать, чтобы уж там точно-точно потребляло. Вот уже 5,6 ватт. Power Factor 62. Там же очень простая эта управляющая схемка. Поэтому там они, видимо, точно не могут сделать. Вот вот эта часть греется, вот это вокруг. Цоколь холодный, а вот тут внизу тепло. Так, следующая лампа, посмотрим. Вот это. Она тут покупал тоже очень давно, на 1 ватта. Она вот один светодиод, теперь уже так никто не делает. Еще вот радиатор такой. Она имела другой цоколь, поэтому я переделал ее. Мне показалось, что она дешево стоит для того времени. Поэтому ее купил. Посмотрим, сколько она потребляет. На одной светодиоде вообще-то очень неэкономично делать, потому что там все равно нужно диоды ставить, они. Но она не моргает, там она как-то сделана по-другому. Вот 1,5 ватт. Там падение на диодах уже пойдет, на выпрямительных. Поэтому теперь уже поумнели, и никто на одном диоде, светодиоде никто не делает. Ну, вот. Эту экономичку. У нее вот эта часть вот горячая. Вот. И вот этот пластмассовый. Ой, какой горячий. Вот эта вот пластмассовая горячая, но не такая особенно. Вот это очень горячая. 20 ватт. Посмотрим. 114 миллиампер. Вот он даже 18 ватт. А, ну да, ну 18 меньше, чем заявлено. 65 ватт. Если 31 вольт. 17 ватт. 120 миллиампер. Там сколько? Не помню уже. Ну вот. 17,5 ватт. 17,6, 17,7, 17,8. Power Factor 62, 17,9, 17,7, 17,4, где-то 17,2, 17,1, 20 ватт тоже нет. Может, в начале, когда она холодная, 20 ватт потребляет.